Эх, дороги. В любое время года, дня, недели и времени суток вопросы относительно этой важной части инфраструктуры региона были, есть и будут. Диалог на актуальную тему с населением был инициирован руководителем региональной приемной «Единой России», депутатом Госдумы Аллой Поляковой. У нас сложилась такая практика региональной общественной приемной, что мы делаем выездные приемы в одном муниципалитете, но имеем возможность техническую подключить по ВКС любые муниципалитеты, и те жители, которые хотели бы задать вопросы тому или иному министру, у них есть такая возможность. Так, в Щелковской общественной приемной партии жители сразу нескольких муниципалитетов могли поговорить о том, что их беспокоит, обратиться с просьбой решить ту или иную проблему напрямую к главе округа Андрею Булгакову, депутатам Госдумы Алле Поляковой и Александру Толмачеву, министру транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексею Гержику. Для тех, кто не смог приехать на прием лично, была организована видеоконференция. Проблема транспорта, она является сегодняшний день в топе, растет количество населения, растет количество запросов на увеличение рейсов, на строительство тротуаров, на новую инфраструктуру, и поэтому сегодня здесь жители получили ответы на те вопросы, которые их волнуют. Понятно, что есть вопросы, которые решаются по щелчку пальцев. Очень важно, что мы работаем в команде, и муниципальная власть, и региональная, и федеральная. Уверен, что если продолжим работать так же, при активной поддержке жителей, при их направлении вектора на решение тех или иных вопросов, они будут решаться, и люди заметят перемены, которые они ждут в своем муниципалитете и в регионе в целом. Вопрос пешеходного тротуара и линии освещения вдоль региональной дороги от поселка Литвиново до деревни Орлова протяженностью около 3 километров стал одним из обсуждаемых на встрече. Для реализации строительства необходимо предусмотреть финансирование, включить в программу. Жители обратились с просьбой увеличить количество рейсов маршрута номер 20. Необходимо также заменить старые автобусные остановки. Решение вопроса транспорта и остановочных пунктов уже прорабатываются. Мы сегодня услышали запрос жителей по строительству тротуаров. Непосредственно в деревне Мишнево тротуары как бы построены, а вот стоит вопрос по строительству тротуаров между населенными пунктами и освещением. Это наша перспектива, планы будущих периодов. Значит, мы обязательно как бы все эти вопросы поставим себе на заметку. Они все в планах есть, но в этом году, значит, у нас на сегодняшний день как бы получится только посмотреть, приблизить их на 24-е и последующие годы. Но в целом, как бы, исходя из запросов жителей, мы показали, что в этом году мы делаем и тротуары, строим линии наружного освещения именно в тех местах, где сегодня наибольшая потребность в обеспечении безопасности дорожного движения. А, значит, естественно, все эти пожелания мы обязательно, значит, будем реализовывать. Всего с предложениями и просьбами обратились жители 7 городских округов: Химки, Латошино, Сергиев Посад, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Одинцово и, конечно, Щелково. Вопросы взяты на контроль представителями власти на разном уровне. Лилия Тимиева, Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.